Мне кажется, ты мухлюешь. Где 1-1? Покажи. Мухлюешь. Да? Мне просто не перемешивается. Почему? Не хочу, да? Мне тоже нужно начать. Начать? То да. есть ты сознательно меня обманываешь? Ну, я тоже хочу начать. Ну, ты хочешь начать, и что ты делаешь, чтобы начать? Ну, я хочу вот, чтобы вот это... 1-1. Чтобы она у меня была. Ну, это же обман. Тогда я не хочу. Играть? Тогда я не буду умной. Так ты и так не будешь умной, ты обманываешь. Разве могут обманщицы быть умными? Нет. Новый способ мешания. Болеть с ребенком одно удовольствие, да? Да. Ложи 1-1. И перемешивай, как положено. Кто вытащит, тот вытащит. Не ломай коробочку. Я не хочу, чтобы кто-то вытащил, тот вытащил. Я хочу, чтобы я вытащил, да? Я хочу, чтобы я вытащила. Хитрая. Но я хочу. Ты ж так не умной будешь, а глупой, если будешь обманывать. Хитрой будешь. Да? Молодец. А вот мои 7. Я так смотрю, тебе нравится в домино играть. Угу. Играем 1 разок. Нет, давай 3 раза. Ну, давай потом 3 раза. Давай пока 1 разок, давай. Ну, пока что только. Это у нас домино, игра на сообразительность, да? Угу. И математика. Да. Ну, давай, поехали. 1-1 у тебя есть? Нет. 2-2. 3-3. Нет. 4-4. Нет. 5-5. Нет. 6-6. Нет. А у меня есть 3-3. Вот. Я нет. хожу. Ну, лучше бы вот эту поставить. Конечно, лучше. У тебя же ведь много пустых. Да? Конечно, лучше, если бы я ту поставил. А я хочу вот эту поставить. Ты с самого начала начинаешь хитрить. Угу, угу. А мы вот так. Разве я хитрю? Хитришь, хитришь. Троечку и двоечку. Я вот сюда 3 поставлю. Ага, не ожидала. Угу. Не ожидала. А у меня-то есть. Что? А у меня-то тоже есть, вот, пусто. Выросла капуста. Ага, ага. Кого это вы хотите обмануть, а? А я тогда вот сюда. А я тогда вот сюда. Внимание, смотрим на папу. Папа закончил игру. Кто выиграл? Папа! А что за психи? Хочу. Что хотите? Давайте второй раз. Выиграть хотите? Да. Вы хотите обмануть папу? Ну, Кира тоже хочет. Ну, Кира с самого начала начала обманывать. Давай ты походишь пусто-пусто, да? Хотела выиграть? Угу. Обмануть хотела? Да. Так же нечестно. Ну, я тоже хочу. Ну, ладно, давай еще 1 разок. Выбираем из этих только. Хорошо. Ну, а подписчикам скажешь пока-пока? Пока-пока. Не обманывайте папу, да? Не обманывайте папочку, потому что я сейчас выиграю.